Здравствуйте, дорогие подписчики, с вами снова Dukit канал World of Games, и сегодня мы с вами, ребят, будем опять видео делать про копчу. На этот раз у нас будет копча, это кости игровые, так как я, к сожалению, делаю со скрина, потому что я не нашел ее, не нашел ее в Epic Games, потому что у меня все время выпрыгивает лягушка, и то есть костей нет, и мне подписчики некоторые пишут, что у некоторых вылазит кость. Ну, спасибо большое огромное подписчику Эдуарду. Он помог мне, скинул скрин, показал, что вот что за копча такая из костей. И сейчас мы будем с вами разбирать, то есть как ее пройти. Ну, в принципе, смысл здесь не так сложен. Как вы видите, вверху написано то, что нам надо выбрать сумму, которая составит 14, число 14. Вот. Единственная сложность нас заводит в заблуждение разработчики тем, что у нас обычные цифры, латинские 3, 5, и цифры в точках, то есть игровых костей. То есть немножко сбивает с толку. Смысл таков, ребят, что вот 14 число. Надо, чтобы у нас оно совпадало на рисунке. То есть мы выбираем вот именно вот этот рисунок, потому что здесь, как видите, 5, 5, 1, точка, то есть и 3, 14. Мы нажимаем ее, и нас перекидывают на другую картинку. То есть на другой картинке, нужно выбрать такое же число, которое будет здесь. Допустим, здесь тоже явно будет не 14, допустим, а 19. То есть мы ищем быстренько на картинке число, которое будет равно вот этому числу, которое будет здесь. То есть если 19, то выбираем здесь, потому что видите 5, 5, 16 и 9. То есть вот 14, 5, 5, 1 и 3, 4, 14, ребят. То есть таким темпом мы с вами ее проходим. Единственное, что дается мало времени, 20 секунд, по-моему. И нам как бы это больше на сообразительность и на внимательность. То есть смысл копчи — это нам найти, надо выбрать то число, которое совпадет на кубиках и совпадет, который будет написано здесь. Ну, опять же говорю, что я с данными костями столкнулся первый раз, потому что я до этого сколько не смотрел, не лазил по Epic Games, то с костями, то есть у меня никогда как-то копча не вылазил. Не знаю, с чем связано, потому что у некоторых говорят то, что она есть, у некоторых ее нет. Ну вот я решил сделать видео по данной копче. То есть у кого у нас, кто столкнулся с ней, не может пройти, то есть смысл таков. То, что нам надо просто внимательно вглядеться в картинку и быстро, причем мы выбрать там, где то число, которое нам выдает копча, то есть чтобы они совпадали. Так что, ребят, кому помогло, ставим лайки, подписываемся на канал, ребят, и не забываем оставлять комментарии, может быть, кто-то столкнулся еще, ну, не знаю, с каким-нибудь трудностями, может быть, у кого-то тоже есть какие-то пожелания, по какому можем обзор сделать видео, может, по какой-то там, допустим, той же копче, которую не можете пройти, может, еще какие-то есть связанные со входом каких-либо программ, либо ребят, кидайте, мы будем рассматривать и по возможности делать видео, то есть по устранение данных каких-то проблем или трудностей, с которыми мы столкнулись. Ну что ж, ребят, на этом, наверное, видео закончу. Не забываем подписываться, ставить лайки. Всем, ребят, пока. Всем счастливо. Всего доброго. Всем удачи.